Новоуральск – это современные возможности, это территория культуры, это комфортная городская среда. Здесь сплетены воедино атомная энергия и тепло человеческих сердец. А закрытая территория не мешает быть открытыми всему миру. Ровно 66 лет назад населенный пункт получил статус города и свое официальное название. Первые 40 лет прошли под именем Свердловск-44, а с 1994 года его называют Новоуральск. В настоящее время в нем проживают около 83 тысяч человек. Город славится своими достижениями, проектами и талантливыми жителями. Уральский электрохимический комбинат – флагман атомной отрасли страны. Он закрывает 60% мирового рынка урана. Новоуральск – это территория опережающего социально-экономического развития. Новоуральск – малая родина олимпийцев, пространство для успешной реализации науки, творчества и предпринимательства. Две сферы – социальная и экономическая – тесно переплетены между собой. А главное – жители любят родной город и верят в его будущее. Люблю как родину. За зелень, за красоту. За улыбчивые лица. За то, что он красивый у нас, зеленый, вроде как обновляют, дома строят. За цветы, которые вот у нас по аллее боевой слады. За демонстрации люблю, за разные праздники вот творческие. У нас люди вообще замечательные, добрые, хорошие. Красивый, культурный город, все нормально, все спокойно. Желаю процветания, здоровья всем жителям. Улыбаться и не отчаиваться. Чистоты, красоты, душевной теплоты. Сейчас я вижу много перемен, и мне это радует. И, как говорится, вот, ну и всем людям добра желаю. Городу процветание и выполнение всех рекомендаций Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом. Хороших возможностей, чтобы все люди работали. Дети радовались, пенсионеры у нас жили в достатке. Всего-всего наилучшего. Город мой молодой, современный, высокий. Он стоит в стороне от центральных дорог. Здесь я вижу науки, источник глубокий. Здесь я слышу бунарки, бурливый поток. Нам его готовы мне вручали. На глазах у нас он вырастал. Город на Уральском перевале. Город на Уральском перевале. Город, прославляющий Урал. Ульяна Скрыгина, Антон Пылаев, Павел Сизов. Новоуральская вещательная компания.